долго едешь, устаешь, приходится останавливаться и отдыхать, и наслаждаться тишиной окружающей природы. Ну, как у меня вся борода, все усы обмерзают. Хорошо. Байк катит, музыка во время езды, поездки играет, солнце светит, ветерок, сегодня хорошо, не очень холодно, не очень жарко, нормально, маску даже не стал надевать, просто в темных очках еду. Маски, потому что реально все лицо еще потеет, еще жарче становится. Вот такой вот лес. Опять еду по лыжне. Тут вот она двойная для конькового хода и для, не знаю, как это называется, обычного. Очень хорошо накатано, прям шикарно. Я не замерзаю. Педали крутишь. И, кстати, меня здесь кто еще не видел, расскажу. У меня передняя звезда на 32. Овальная причем. С Алиэкспресса заказал. Вообще идеально. То есть использую практически все скорости на этой звезде. 30-ю брать бы не стал, а вот может быть стал бы брать 34-ю. В принципе, 32-я очень хорошо, и у меня 8 скоростей. Мега Рейндж есть большая звезда, самая огромная, остальные все стандартные, вполне мне хватает для зимы. Так-то у меня на лето 38-я звезда стояла, но зимой 38-й ехать на самом деле неинтересно, очень тяжело, потому что заезжаешь на всякие разные места. Так что, если будете покупать фэтбайк, впереди ставьте, ну, или 30-ю, или 32-ю, или 34-ю. Я бы выбирал бы между 32-й и 34-й звездой. В следующий раз взял бы 34-ю попробовать. Сейчас пока 32-й катаюсь. Очень мне нравится. Везде проезжает. Короче, пробуйте тоже, подбирайте под себя.